что же происходит события. До конца уже оформлены планшеты в горсовете. На них видно депутат, улицы, районы, их округов и где, когда принимает депутат. То есть те люди, которые не имеют возможности в интернете это сделать, увидеть такую информацию, спокойно приходят в здание горсовета и вот видят всю информацию. Опять же, к слову о досягаемости. Ну, такое приятное событие.